Всем привет, с вами Алексей, он же Crazy Life. Это следующая часть видеопрохождения игры Path of Exile в русской локализации. Так, мы, соответственно, в прошлой миссии убили этого надсмотрщика, который был мега жесткий, мега адский. Идем дальше выполнять основную веточку, которая нам говорит, типа, дуй туда. Ну, мы ТП-шечку здесь открыли. Карта уже, видите, сменилась, короче. У нас же проход-то был в другом местечке. Ну-ка, сюда. Чего ты, не хочешь обратно? Не хочешь обратно, ладно. Ничего страшного. Так. Хорош. Херасию, это что за... Какие-то шары. А, это там он маг какой-то, наверное, колдовывает. Всякую херобору. Матрён, матрён. Короче, эпическая первая смерть в игре. Видать, не проследил я за хпшкой. Что-то сильно увлекся убиванием этих магов, и, соответственно, меня тут напинали. Вот так вот бывает. Такие вот пироги. А там он какой-то боссик. Ну, не боссик, как бы, элитный монстр. А на ХК было бы это все. На хардкоре, я имею в виду. Там быть надо очень внимательным. Ну, хотя, в принципе, я не знаю, есть ли смысл там на записи проходить на хардкоре это. Хрена себе, вот это взрывы, вы видели? Это же вообще просто вынос мозга. Надо быть аккуратным. У меня, в принципе-то, как бы ничего страшного нет, я не на хардкоре играю, то есть я имею право сдохнуть, но лишний раз умирать тоже не хочется, это моя первая смерть была. Вот. Но я так понял, судя по тому, как меня напинывают, это была первая, но не последняя. Ух ты, Макс, собака, а? Главное, сам-то, в принципе, не живучий особо. Но втаскивать неплохо. Так, какой-то колун. Ладно, наверное, колоть кого-то. Вот этих херобор, которые меня пытаются убить. Вот собаки. Собаки-кусаки. Хорош. О, синенькие. Сейчас мы их отоварим. Идите сюда. Бах. Ну, давай. Тю. Хорош. Опять эти маги. Вот это они жесткие, короче, типы. Такой урон наносят. Там получается вот эта херовинка какая-то подо мной взрывается и вообще просто мою хпшку уничтожает. Просто в щи выносит. Надо что-то с этим делать. А что с этим поделаешь? В принципе, разве что просто броню найти получше, наверное. Это поможет. Хорош. Прыгает. Да что какой хитрый. Не надо на меня прыгать. А может еще вот эти львы, то, что взрываются. Ну, раньше вроде как урон от них, ну, толком-то не было. Может сейчас повыше урон. Не знаю, надо этот процесс проконтролировать, засечь. Какой сейчас урон стал от их взрыва. Ну-ка, смотрю. Да я бы не сказал, что большой урон. Они кусаются намного больнее, чем когда взрываются. Ну, маги, конечно, это просто капец какой-то. Это просто вынос мозга. Кстати, я же вам обещал еще показать вот эту херобору, которая типа... Так, это у нас что? От огня ловушка... А, не-не-не. Сейчас мы заменим, короче, атаку огнем на скорострельную стрельбу. Я обещал вам показать ее. Вот она. Вообще классная тема, но я как-то с ней ходил, когда играл, соответственно, еще на Европе. Я не знаю, у него урон слабый, он часто мажет еще. Ну, лучница, точнее. Не переведено! Как добраться до леса? Волшебная печать. Ну, волшебную печать по логике надо что-то вставить, чтобы она открылась. Но сейчас найдем каких-нибудь мобов, я вам продемонстрирую, видите? В принципе, быстро, да, но он мажет очень сильно. Ну, лучница, ладно, я буду называть его он. Вот. И я не знаю, есть ли вообще резон с этой хероборой ходить. Ну, прикольная такая. Но на больших расстояниях, вот на дальней дистанции, вообще ни о чем. То есть там часть стрел вообще в пустоту. То есть если вблизи только, еще более-менее ничего. Ну, про, кстати, боссов неплохо она валит. Вот так вот, если в упор подойти, напинывать неплохо. Ну, ладно, что. Или можешь оставить, как думаете? Я что-то этой огненной стрелой просто не так часто пользуюсь. А, конвертив урон от огня, базовый урон, шанс поджечь врагов.
увеличивает. Может, давайте просто побегаем, реально. Потому что я с этой огненной стрелой что-то замечаю, что я так редко пользуюсь. А вот это вроде неплохая штучка. Ну-ка, давайте если так пострелять. Да хер его знает. По-моему, хуже, да? Даже в близкой атаке. Обратись да... в прах. О как, обратись в прах. Даже, нет, все-таки похуже. Потому что, да, она в упор стреляет, вроде кажется, быстро-быстро. Но она с руки также стреляет. Просто медленнее качество доспехов. Просто медленнее, но зато урон повыше. Так, давайте я отложу вот это, чтобы с ингредиентами не путать. И что-то я хотел. Что-то я хотел. Ладно, потом разберусь, что я хотел. Пока что я не придумал, что я хотел. Но что-то я хотел. Так, давайте ловушки. Еще ловушек накидаем им. Чтобы им жизнь медом не казалась. Хорош. Ну вот огненная стрела. Я не знаю, в принципе, в будущем, конечно, ее, может, заменим на что-нибудь. Ну, когда найдем что-нибудь хорошее. Но скорострельная стрельба, ну, вот реально, на дальних дистанциях, вот на таких, там, половину стрел вообще в никуда улетит. То есть, это надо близко врагов подпускать к себе. А хотелось бы, как бы, дистанционной атаки-то. Так, кто тут? Тут же какой-то, кто-то стрелял, какой-то маг, наверное, был. Ладно. Может, какой-нибудь шарик просто отлетел от этого мага, я решил... Что здесь тоже какой-то маг. Так, у нас же левелап, кстати, был. Давайте сейчас прокачаем, завалим этих песиков. Вообще их песики называют, это же львы. Лёва, Лёва, не балуй. Так, и давайте наметим какую-нибудь себе пассивку, которую мы будем упорно идти. Я предлагаю какую-нибудь вот такую, типа. Меньше брони, щита. Вот видите? 30 шанс увернуться, но на 50 меньше брони и процентов вот начинается. То есть не все так хорошо, как сказали. А, так, тут чего? Удваивает шанс от атак снарядами. А вот неплохая, в принципе, фишка. Урон от ловушек. От мечей урон. Физического. Давайте сюда, в эту ветку пойдем. Скорый порог оглушения. Луков. На врагах при использовании луков. Скорость атаки луков. Почему бы нет, да? Давайте сюда пойдем. Вот в эту ветку. Так, еще сейчас глянем, что тут по пассивкам интересно есть. От атак наносит до начала своего длинного. Снаряды от атак. А интересно, стрела считается снарядом? Ну, по логике чисто. Так, тут уже другая... Другой класс, наверное, пошел. Урон от чар. Уворачиваемость. Ладно, пока качаем тогда вот эти скиллы. А там уже разберемся, когда будем ближе к делу. У нас, в принципе, очень много всяких пассивок, которые еще можно прокачать. Поэтому не стоит заморачиваться над тем, что будет там... Спустя 20-30 левелов, если не больше. Сейчас пока об этом рано думать. Мы, по крайней мере, сейчас просто бегаем, фармим. Потом уже какой-то вектор развития себя рано или поздно все равно выберем. Пока там есть очень много всяких скиллов. Мы их будем качать. Качать и ни в чем себе не уступать. Так. Там козл и там еще маг, вот, который меня может отпустить. В прямом смысле этого слова. Поэтому надо его быстрее уничтожить. С двух выстрелов. Я говорю, маг сам стекляшка, блин, вот, ну урон у него, конечно, да. Урон у него, конечно, шикарный. Так, это проходик. Я просто волнуюсь, то, что там еще тоже проход есть неоткрытый. И надо туда сбегать, наверное, будет. Ну как, не наверное, а точно. Я просто думаю, есть ли здесь проход до туда. Походу нету. Давайте сбегаем назад. Да, открываем там карту и спокойно пойдем сюда. Потому что я так понял... посуда больше туда не попадешь. То есть тут такая запутанная локация, закрытая, маленькая. Давайте здесь дооткрываем. Так. Хорош. Бородатый дьявол. Вот ж какой. Вот я же говорил, тут в принципе чуть-чуть открыть. Так, ну тут мы были. Все, теперь спокойно можем идти вперед. А так маленький кусочек оставался, и он мне просто-таки не давал покоя. Просто интриговал меня. Вдруг там какой-нибудь мега сундук, в котором лазерная винтовка, и благодаря которой можно мочить всех начисто.
Вот такая вот у меня фантазия сразу автоматически срабатывает в игре Path of Exile, но ничего страшного. Кто не мечтает, как говорится, иметь кнопку убить всех. Так, хорош. Иди сюда. Хера ты прыгаешь, скакун. Ну-ка на, я ловушки туда. Хорош. Так, ты что, не умер, что ли? Я думал, ты я в тебя попал. Тю. Так. Лёва. А почему это Лёва? Это у него даже гривы ни хера нету. Это какой-то Лёва. Это так, фальшивый. Фальшивый Лёва. Ууу, матрён, матрён. Смотрите, тут какой Лёва. Тут уже не фальшивый Лёва. Хорош. Сука, там еще маг. Вы видели? Они ловушки ломают. Он что-то сделал, он пнул ее как-то, он сломал ловушку. Да... Тю! Что за место-то такое? Блин, я уже второй раз на этом месте умираю. Я либо заговариваюсь, либо еще не попривык к игре. И, соответственно, не слежу вообще за ХП. А надо, надо. Было бы реально тут какое-нибудь звуковое оповещение, что там дон, типа ХП мало. Или экран бы краснел. А так вот реально ничего не происходит, и ты думаешь, все в порядке, а на самом деле нихера не в порядке. Вот так вот умираешь. Но за смерть ничего не отнимает, но все просто неприятно. Просто неприятно умирать. Тем более на ровном месте. Тут нихера нету-то толком. Ну какой-то Лёва, который в принципе сейчас умрет. Хера себе. Теперь понятно, почему меня убили. Такой урон-то. Лёва, отвали от меня. Так, давайте немножко поколесим вокруг Лёвы. Надо хпшку восстановить. Я не хочу, чтобы меня с парой тычек тут накостылял. Хорош. Лёва, иди сюда. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Хорош. Лёва, ты красавчик. Так, хорош. Ууу, жесть. Вот это была реально жесть. Так, давайте подберем, что тут нам Лёва навыдавал. Плохой Лёва. Куча мне урона нанес. И убил еще. Так, топ, стоп, стоп, стоп. Я какую-то чушь подобрал. Хера не наносят урона-то уже. Эх, какие. Я вам дам. Только так меня по ХП садят. Так, бородатый дьявол. Иди сюда, бородатый дьявол. Сейчас я тебя отпущу. С лука. Хорош. Хера их тут повылазило. А, не смотрите, они еще и синенькие. Ну, они вроде как по урону так себе. Поэтому не стоит переживать. Хорош. Такой проход. Межгорный. Межгорный проход. Опять большая локация, наверное. Иди сюда. О, хорошо. Ловушка вообще классная тема. Врагов только так. Так, что это, прохода нет уже, да? Вроде нет. Хорош. Давайте по низу пройдем немножко. Давай, беги сюда. Хорош. Да-да-да-да, бегите. Хер... Видели? А он опять ловушку деактивировал. Он что-то делает с ловушкой. Короче, он ее как-то пинает, она деактивируется. Вот собака, а. Просто всю мою эту тактику раскрывает и, соответственно, борется с ней. Вот сейчас опять прыгнул, и все, и взрыва не было. Чего они творят? Чего вытворяют? Так, надо вот этого зафокусить. Мага дурацкого. О, нормалек. Ловушечек вам. Хорош. Так. А тут спуск вниз. Окей. Блин, я херобору подобрал, ребят. Надо херобору выкинуть. Что это кольцо с топазом? Ну, не будем подбирать, оно беленькое какое-то, в принципе, ни о чем. Я так понял, нам сюда. Ну, мы там карту не дооткрывали, поэтому я предлагаю сейчас вернуться и дооткрывать. Желтенький. Ну, в принципе, они вообще какие-то слабенькие. Вот сейчас даже желтенький. Поклажи меня замедлит. Матреха, а ты что, уже все? Ладно, возьми так. В принципе, они слабенькие, даже желтые. Никакого урона толком не может нанести нормального. Что это за сундук, блин, сплошное это? Разводилово. Ничего там не было.
Ну все, там в принципе вся карта открыта. Может быть еще так же тараканчики эти вылезут, крабики. Галечник. Вот. И ничего особенного там нет, в принципе, все открыли. Поэтому бежим дальше. Так, хорош. Да ладно, прыгун. Ну ты прыгун. Наверное, предок кенгуру скачет, так прыгает. Ну или зайца. Так, Лёва. Лёва, давай жить дружно. А то, видишь, взрывается там Лёва. О, смотрите, зеленый, говорю, синий. Хорош. Сейчас они где-то здесь, они же где-то здесь, остальные тусят. Он же не ходит, они поодиночке, эти синие. Тю, прогорел. Так, это выкидываем за ненадобностью. Свиток мудрости. Использовал свиток, и будешь очень мудрым. Хорош. Так, давайте пивную баночку, чтобы быстрее пробежаться. Давай, бах, 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 отлично. Ржавый, чего там? А, беспонтовый какой-то топор. Так, и по низу, соответственно, идем. Вы как-то сгруппируйтесь, чтобы вас побольше было. Я вам тут ловушечек накидаю, и будет все нормалек. Хорош. А, тут синий еще. Ну, нету синего. Я опять, блин, белую подобрал херовину. Что ж такое? А, так тут желтый еще, смотрите-ка. Вот это поворот. Да хорош ты скакать, ты уже, видишь, какой прыткий. Так, ну все, у меня инвентарь должен, в принципе, быть заполнен уже. Так, тут проход, хорошо. А, давайте откроем низ и пойдем уже в проход. Так, минус, Лёва. Бум-бум-бум. Ништячок. Так, эти все минус. Ну все, тут уже закончили, можно смело отправляться в проход. Ребят, тут я сделаю стоп-старт и продолжим через пару секунд. Ну и продолжаем дальше. Так, что там? Кладбище кораблей. Ух, как серьезно звучит. Кладбище кораблей, хорошо. Так, это здесь мы... Здесь жизнь обручена со смертью. Что за странный край? Что за странный край? Край кораблей, которые потерпели крушение, я так понял. О, светлячки. Кушак. И нам никакого кушака. Смотрите-ка, а там какая-то эта таргет есть. Типа с ним поговорить нам можно, наверное. Ну, пойдемте посмотрим. А, темный бегун, нихера себе. Призрачный корсар. Я так и думал, что нас, в принципе, ждут здесь какие-то темные моряки. Скажу как на духу. Меня трудно не признать. Да, я тот самый капитан Зигмунд Магеллан. Укротитель волн, гроза пиратов. Светоч культуры в землях варваров. Ты спросишь, какого водяного я протираю тут штаны? Меня облапошили. Обдурили, похлопав милыми синими глазками. Я застрял на грязных отмелях Рекласта из-за одной вертихвостки невольницы. Выкупил ее на рынке Тиратны. Дал вольную, а она... Сделала мне ручка и была такова. Сперла камзол старпома и мой драгоценный всепламень. А с ним и попутный ветер. Заклинаю тебя, верни мне всепламень. Без его волшебного тепла мне сидеть на мели, пока небо не обрушится на землю. Да без проблем, чувачок. Ну-ка. Отголоски полузабытого мифа привели меня к развалинам храма глубоко в сердце империи. Там был всепламень. Я забрал его и поместил в светильник из чистого серебра. Только этот металл противится волшебному жару. Всепламень способен на великие чудеса, если знать о его силе и уметь ее обуздать. Не взывай к артефакту, иначе он сожжет тебя заживо. Хера себе. Моя дражайшая соседка в лучшем из имеющихся пристанищ. Встреча с Мелоникой и поиск всепламени – порывы взаимоисключающие. Видишь ли, чтобы найти артефакт, тебе лучше оставаться в живых. Впрочем, мою сбежавшую рабыню могло уволочь скользкое потомство Мелоники. Если так, у тебя хватит сил прибить пару ее товарок. Но берегись, если светильник у самой сирены.
Ожерелье подарило старой корге не только сладкий голосок. Ага, еще и силу. Ну-ка, ожерелье. Если верить ученым книжкам, Дарисий Отважный преподнес это ожерелье Мелонике как подарок на помолвку. Как только он застегнул эту частицу Рекласта на шее возлюбленной, Мелоника начала петь. Пишут, что ее сладкозвучный голос заполнял любой зал Ариата и согревал самые холодные сердца. Но вскоре она начала меняться. Разум девы помутился, а тело исказилось. В песнях осталась сладость, но она отнимала рассудок. Я кое-что понимаю в дремлющих силах Рекласта и полагаю, что голос сирены исходит из ожерелья Мелоники. Угу. Ясно, надеюсь, эта Мелоника не сильно жесткая со своим ожерельем. Но то, что она превратилась в какую-то херобору, это точно. Ладно, что, спасем, защитим, отберем. В общем, сделаем все, что нужно. Так, хорош. А, давайте, кстати, квесты посмотрим, что там у нас квесты и где их выполнять. Так. Обманутый моряк. Ну, это в разных сторонах. Короче, обманутый моряк в эту локацию, а путь вперед это в другую, короче, сторону. Ну, ничего страшного. Не по дороге, так не по дороге. Зато дополнительный опыт и, может, что-нибудь еще интересное. Что-нибудь интересное, типа смерти, потому что, блин, тут напинывают что-то вообще жестко. А, там желтенький среди них есть. А что она так... А, у них у ловушек же этот КД. Я думаю, что она так не может? Вот, сейчас они нарегенятся, соответственно, да? Во, две ловушки подряд. Хорошо. Давайте хпшечку пивну. Вот это, конечно, очень неудобно, что нет никакого звукового сообщения, что хп нету. Ну, то есть не то, что нету, а хп мало. Или экран бы краснел, ну реально. Вот так вот не уследишь, погрузишься в игру и, соответственно, вайпнешься, как я уже это сделал два раза. Заболтался и навайпался. Хорош. Level up. Так, никто меня не потревожит? Хорошо. Так, ну, соответственно, мы идем в эту сторону. Я что такое... Бешенство. Ищу заряды бешенства. Я еще пока такой не знаю. Так, а это у нас увеличивает урон. Ну, мы, соответственно, идем к этой ветке. Тут все перепрокачаем то, что там будет. И будет нормалек. Так, ребятушки, меня очень волнует одно там место, которое типа не раскрыто или раскрыто не до конца. В общем, давайте сюда сходим. Вот сюда, и что это такое? А, посмотрю. Понятно. Короче. Ну, в принципе, да, сюда. О, портальчик. Хорошо. Текст домой. Угу. Все еще на ногах. Вера не дает нам пройти вглубь материка. Час от часу не легче. Вера. Вера, она такая. Так, Вера, это еще та девчуха. Так, хорош. Вот это все впарить. Продать. А эти со мной хотят поговорить? Дело движется. О! Магеллан? Исследователь? Он взял курс на Рекласт больше 30 лет назад. И поминай, как звали. Ни слуху, ни духу. Так я нашел его. А ты приходишь и травишь байки о капитане Магеллане воплоти. Тебя надули. Но если нет, то все намного... Намного хуже. Капитан что-то уже непростой такой, да? Вера пробудила преграду с холастией? Не то чтобы я очень спешил в леса и степи Рекласта, но лишать меня выбора некрасиво. Погоди, я тут кое-что вспомнил. Вера любит оставлять пути к отступлению. Вдруг ей придется бежать. Она бы не стала перекрывать все лазейки. Шляпой клянусь, что ушлая ведьма может проскочить на берег с той стороны. А я реально думал, что Вера, это не говорили как про Надежду, типа. Надежда тоже имя. Ха-ха, блин. По легенде, волшебную преграду на врата заключенных наложила схоластия из Умбрии. Из предосторожности на случай похода диких Каруи вглубь Империи. Угу. А тут доп-квест, походу. Мелоника живет в пещерах под обломками кораблей. За костяным островом огромной твари. Оставь ее в покое и молись, чтобы сирена ответила тем же.
Ой, да ладно. Кладбище погибших кораблей? Это сад неприкаянных душ перед домом Сирены. После встречи с семейством Мелоники на счастливый конец рассчитывать не приходится. Разберемся уж. Давайте продам вот эти камни, которые я уже использовать не буду. Хорош. Это скинем сюда. Ну чё, погнали, короче, помогать морячку. Так, это все туда, да? Отлично. Путь вперед. Зов сирены. Ну, обманутый моряк. Мы, соответственно, моряку сейчас поможем, а потом пойдем, я так понял, по основной ветке. Хорош. Ты что, один здесь был? Ну и кот пошел. Темный бегун. Ну, понятно, что бегун. Как увидел, меня сразу по газам дал. Вот и корабли разрушенные. Так, ребятушки, ловушки вам. А, не хотите ловушки? А что ж вы так? Иди сюда. Убежал он, бегун. Темный бегун живучий. Не просто так. Это модификация темного бегуна. Сфера усиления. Отлично. Смотрите, это же желтый, по-моему. Сука. Ну я же тебе кинул ловушки. Иди сюда. Во. Во, давайте на ловушки наступайте. С огненной, короче, стрелы его немножко подамажу. О-о-о. А, это не то, что я хотел. Думал, может, какая-то на меня шмоточка упала. Нет, не на меня. У-у-у. А вы что такое-то? Злостные такие, урон еще такой. Херава. Так, стоп, стоп, стоп. Вот он в ловушке. Это для начала. Погорите. Я вон мискликнул, подобрал какую-то херобору. Дубинка какая-то. Которая занимает много места. В инвентаре. Хорош. Свиток. Свиток мудрости. Это нужная тема. Ребят, ну вы что так разбегаетесь, реально? Они, короче, типа, если мимо пробежал, им вообще за тобой не гонится. И вообще пофигу, у них своя атмосфера. А вот эти уже преследуют, что, в принципе, нам и на руку. С нашими-то хитрожопыми ловушками. Хотел сперва сказать хитровымышленными, но нет, скажу как есть. Так, давайте пропьем бутыль на скорость. Пока тут никого. Хорош. Так. Не маленькая тоже локация-то, я должен сказать. Хера себе. Все взрывается, все разносится просто в щепки. Так. Хорош. Вот еще ловушечки. Все, готов, голубчик. Давайте четверочку пропьем. Хера вас. Сейчас все как жахнутся. А, не нравятся ловушечки мои, да? Ну а что поделаешь? Нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Такая уж у вас доля терпеть мобы. Вы на меня агритесь и, соответственно, терпите. Так, это у нас куда локация выходит? Сейчас зайдем, посмотрим. Тут же получается две дороги, которые ведут... Так, стоп, 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 бухта. А, ну тут же не помечено, мы же типа не вышли, мы не знаем, где эта локация. Бухта, ну посмотрим, что за бухта. Бухта, бухта. Нет, это по основной ветке, нам на в другую локацию. Нам же морячка надо помочь, спасти ему, принести его шмотки. Которые у него отобрали, по-моему. Или что он там говорил-то. Иди сюда. Хорош. Ну да, она же, по-моему, украла, типа, у него шмотки-то эти. Темный. Уж какой. Опа, а вот и проход, кстати, в ту локацию. А я не понял, что здесь... А, и тут я, наверное, уже оббегивал, да, все. Ну давайте по центру пройдемся. По центру-то я не проходил. Тем более нам сейчас на ту локацию надо. А в центре какая-то тишина вообще творится. А нет, смотрите-ка. Ни хера тут не тишина. Тут он желтенький этот. Херобор. Хорош. Да-да-да-да, иди на ловушки. Нечистые луны и бьющий. Во как.
куча прилагательных. И такой, сякой, и вообще расписной. Опа-на, сколько сундуков. Ну, пока белый лут, конечно. Пока что белый только лут. Да ладно. Да ладно, вы что такие злые-то? Озверевшие. Хорош. Давайте еще здесь по краешку пробежимся чуть-чуть. По краешку центра, я бы даже так сказал. Потому что по краю-то мы, в принципе, бегали. А вот здесь мобы остались. Ну, давай, иди сюда. Хе-хе, не дойдет, конечно, не дойдет он сюда. Хоть он и бегун, но не успеет дойти. Хорош. Только так умирают. Сундук, отлично. Отвали от меня, отвали. Так, баночка. Ага. Тю. Легко. Легко мы их одной левой. Одной левой просто стреляем с одной руки. В одной руке лук держим, и этой же рукой стреляем. Да, вот сюда нам по доп-квесту. Помочь, соответственно, Капитоше. Ну тут типа какая-то херобора должна его шмотки охранять. Ну посмотрим, что загадывать. Посмотрим, увидим, замочим. А что это за дебаф на мне висит, интересно? Даже вот эти хероборки, по-моему, на меня вешают какую-то херню. Хорош. Здрасте. Как резко, дерзко появились. Ну, они, в принципе, слабые какие-то, поэтому ничего страшного. Но просто сам факт. Так вот заходишь, херак такой толпяк перед тобой. И все. Уа. Иди сюда, уа. Куча ловушек на тебя поставлю. Хорош. Расстрелял их с огненной стрелы. Бля. Какой водяной? Бурлящий мне или чё? Надо заинтересоваться, посмотреть. Я водяной. Никто не справится со мной. А кроме лучника, который играет Path of Exile. Эй, воу-воу-воу-воу-воу, ребяточки. Вы слышали про дружную жизнь там и типа давайте жить дружно? Вы что-нибудь такое слышали, нет? Хотя чё они ни хера не слышали, они же уже не живут. Какие-то духи. Даже если они что-то слышали, то уже бесполезно взывать к их совести. Хорош. Ну-ка. ХПшку надо пропить, а то что-то ХП мало. Кстати, может быть, как вариант, новые банки у торговца продаются на ХП. Вот. Но я что-то не ходил, не проверял, но надо будет сходить проверить. Может, реально появились. Опа-опа-опа-па-па-па-па-па-па-па-па. Тут по квесту надо чего-то. По крайней мере, какой-то восклицательный знак горит. А раз горит, значит, не просто так горит. Логично, логично. Железная логика. Если восклицательный знак есть, значит, что-то надо. Хера себе. А, так их тут двое. Тут, смотрите, тут и легендарный этот, и желтый. Хереть. Ребяточки, вы не прихерели ли мне в раз такой сувать? Я, конечно, все понимаю, что я, типа, лучник и все такое, но не до такой же степени. Поклажа меня замедлит. Поклажа. Ну и хер с ней, с этой поклажей. Принесите. Угу. Ну, принесем, конечно, принесем. Сейчас карту тут полностью. Опа-па. Кладбище кораблей. Ага, это еще один проход какой-то. Ну, сразу на локацию, блин. Потому что все вроде открыли. Как этот проход может быть? Ну, давайте чисто ради прикола зайдем, посмотрим. Откуда мы выйдем? Тю. Вообще откуда? Из ниоткуда. Просто вы вышли. Ну. А, банка пустая на скорость. Хотел банку заюзать. Но, увы. А, вон она что, поклажа полная, говорит, слышите? Там просто места нет. О, всепламень, мое драгоценное и проклятое сокровище. Ты верно хочешь погреться в теплых лучах славы? К слову о тепле, есть более насущная необходимость. Чтобы возжечь всепламень, сперва надо отдать жизнь. Да вот беда, в этих краях живых днем с огнем не сыскать.
Что мне остается? Только довольствоваться тем, кто есть под рукой. Хераси. А именно тобой. Прошу тебя, войди в мое положение. Охренеть. Как человеку чести мне сейчас хуже, чем тебе. Мое сердце обливается кровью. И уверен, что в схожих обстоятельствах ты сделаешь то же самое. Не зря нам говорили, короче, остерегайся его. А он, вы видите, какой пройдоха. Я ему, главное, принес его вещицу, а он на меня накинулся. Ну ладно, что, завалим тогда. Раз уж ты такой. Хорош, хорош. Что это за херобор ты кастуешь? Я не знаю, что это за херобора, но отнимает она просто космически. Я, кстати, сейчас вообще реально чуть не сдох. Вот это что за херня? У нее урон вообще же просто нереальный. Где ты, скотина? Стоп, 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 стоп. На опасаться вот этих херовин. Урон, 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 урон большой. Давайте с огненной стрелы. Там урон должен быть повыше. Хорош. Хорош. Ну-ка гори, сучонок. Во! Отлично. Царицы природы. Ух. Поклажи меня замедлит. Замочил и сразу левел ап. Блин, хера себе, вот это жесткий типок был. Так. Посетите область. А, я так понял, типа нам в городок надо, да? Да, в город надо вернуться. Сказать о наших успехах. Ща. Вернемся, расскажем. Ах, как хочется вернуться в милый дом. Так, давайте левел ап качнем, коли у нас уровень повысился. Так, мы идем, соответственно, в эту ветку. А тут, кстати, что? Вот это прикольная тема. Шанс на критический удар. Интересно, а критический удар и критический выстрел это одно и то же? Вот тоже под вопросом. Стоит ли лучнику брать критический удар именно? Так, хорошо, я знаю, что ты хочешь со мной поговорить. Добро пожаловать. Раньше Мелоника была знатной дамой. Чудовищем ее сделало ожерелье. Если тебя гложет любопытство, навести утонувших пиратов на кладбище кораблей. Как любящая мать, Мелоника кормит много голодных ртов. Да, я уже навестил, блин, этих пиратов, которые на меня сагрились. Спасибо уж. Так, со мной больше не хочешь поговорить. Окей, так, у этого квест сдать надо. Ну, давайте. Магеллан был славным человеком и великим исследователем. К добру или к худу, но он прорубал окна в новые земли. Хотя туземцы его за это проклинали. Теперь он покоится с миром, хоть это утешает. Давай не будем ворошить прошлое Магеллан. В конце концов, он был примером для многих. Ни к чему хулить героя. О, прикольно, дает очко. Ух ты, ни хрена себе пассивное умение, прикольно. Мелоника живет в своей укромной пещерке. Ограбив бедную хмельную чайку, пираты как раз подались в ту сторону. Коли есть на свете справедливость, эти сволочи попали в ловушку сирены и ее милых доченек. Да уж не говори, что попали. Так, ладно, давайте качнем пассивный навык. Окей. Приятно, что за... Выполнение квестов еще и пассивки дают. А так, а тут что за ветка? Уви, восстановили здоровье от флаконов. Ух, ни хрена себе. В принципе, прикольная тема. А это что? Ловкость. Щенер от ловушек. А тут чего? Тоже урон от ловушек. От атак снарядами. В принципе, почему нет? Можно вот так сюда зарулить потом. При использовании луков. Блин, вообще классная тема. Короче, сейчас продвигаемся сюда, а потом, соответственно, опустимся, зарулим вот сюда и зарулим сюда. Вообще прикольные тут скиллы, я посмотрю. Подтвердить. Так, со мной больше не хочешь говорить? Не хочет.
Так, ребят, ну что, на этом сделаем окончание эпизода. С вами был Алексей, он же Crazy Life. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, ссылочка с прохождением в описании под видео. Всего вам хорошего, позитива, удачи и пока-пока.